1 августа 2020 года, Харьков. Наверное, сложно придумать что-то банальное съемки облаков. На черт бы я побрал, это безумно красиво. Заодно проверим активность. Активная стабилизация сейчас стоит. Попробовал я. Спасибо за подсказку в комментариях. Посмотрел видео. И сейчас как раз проверим, насколько она эффективно работает. Это активная стабилизация. Трясется ли в камере. Изображение. Надеюсь, наконец-то уменьшить дрожание. Дрожь Юпитера унять. Толпы творения. Но разве не красотень? Ладно, если сейчас эти облачка разойдутся, а была сплошная облачность, сейчас уже много лучше. Нырнуло облако. Может, удастся поснимать и наши планеты Сатурна и Юпитера. Там, глядишь, и до Марса дотерпим, до Венеры с утречка. Венеру утром удалось снять хорошо. Очень красиво. Ладушки. Восьмой час. Что-то похоже погода против съемок. Ну посмотрим.